Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Время больших возможностей. Президент назначил нового генерального директора «Бобруйска» Громаша. Единственное пожелание – качество. Кого еще коснулись кадровые рокировки? Тревожное воскресенье. На Урицкого на пожаре погиб мужчина. Последний раз мы с Машей как видели, как он полз на карачках по дороге, пьяный. К чему приводит неосторожное обращение с огнем? Как посеешь, так и пожнешь. В хозяйствах Бобруйского района готовятся к новому сезону. Будем проводить такие виды работ, как внесение органики. Какие прогнозы делают аграрии на урожай 2022? А также арендное жилье, весеннее расписание и современная политэкономия. С 1 сентября во всех вузах Беларуси появятся 3 дополнительных предмета. Кадровый понедельник, рабочая неделя Александра Лукашенко началась с рокировок. Президент назначил Леонида Зайца на должность вице-премьера, профиль сельское хозяйство. Ранее он был заместителем председателя Совета Республики, согласованы еще 8 человек. Генеральным директором «Бобруйска» Громаша стал Виктор Филатов. Время больших возможностей, потому что с основных наших рынков импортные акционеры ушли, немцы, американцы и прочие французы. У нас открывается ниша дополнительная, хотя вы и так неплохо работали. Единственное пожелание – качество. Вы, как технар, лучше меня знаете, что у нас еще есть над чем работать. Немножко надо подтянуть качество. И в плане цена-качество мы получим хороший результат. Еще одно назначение президента. Посол нашей страны на Кубе и в Доминиканской республике Валерий Барановский по совместительству будет белорусским дипломатом и в Никарагуа. Накануне на Урицкого произошел серьезный пожар. В очередной раз неосторожное обращение с огнем закончилось гибелью. Кадры с места ЧП разлетелись по всем социальным сетям. Выбитые окна, закопченные стены и расплавленная проводка. С подробностями Карина Гуревич. Пожар на Урицкого поднял на уши чуть ли не весь Бобруйск. На этих кадрах видно, как огонь выбивает стекла и коптит несколько верхних этажей. Над многоэтажкой зависает облако черного дыма. Языки пламени отчетливо виднеются даже на дальнем расстоянии. Жильцы буквально обрывают телефоны МЧС, а очевидцы снимают происходящее на смартфоны и причитают. Наталья Погорельчик показывает на залитые стены и не понимает, за что ей такое горе. Говорит, уму непостижимо, как обычное воскресенье за считанные минуты превратилось в самый настоящий триллер. И добавляет, всему виной пьющий сосед сверху. С ним борьба велась не один год. Добром все это не кончилось. Я здесь сидела, кошка моя там лежала. И такой звук. Ух! Вот как что-то... Выскочила. И тут же, слышу, посыпались. Я скорее туда к окну. А мне что, пламя не видно? Я открываю, женщина на той стороне кричит, над вами. Здесь это уже не первый пожар. Причиной прошлогоднего стала непотушенная сигарета и в очередной раз алкоголь. Правда, тогда все отделались легким испугом. Предпосылок к этому ЧП много. Одни хуже других. Последний раз мы с Машей как видели, как он полз. На карачках по дороге пьяный, свалившись. И на карачках до подъезда. Господи. Спасателям, как отмечают соседи, пришлось спиливать дверь. В комнате они обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предварительно погибший 46-летний хозяин квартиры. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожарно-технической, судебно-медицинской и генетической экспертиз. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Погибший жил один и не работал, а электричество в квартире давно отключили за неуплату. Стены нескольких этажей черные от копоти. На 6-м расплавленные дверные звонки висят остатки проводки. Жильцы пытаются хотя бы минимально отмыть последствия страшного огня. Статистика за 3 месяца неутешительная. В городе и районе уже 8 погибших. В масштабах страны – 236. Стоит ли минутное удовольствие жизни? Ответ очевиден. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.
Дополнительные возможности – боровая птица и дорогие подарки. До 31 марта необходимо подать декларацию о доходах за минувший год. Кому нужно отчитаться? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси создаются дополнительные условия для строительства арендного жилья. Теперь госорганизации могут на эти цели брать кредиты или использовать счета собственных средств, плюс самостоятельно определять будущих хозяев и устанавливать размер платы. Кроме того, у исполкомов появилось право освобождать граждан от платежей за квадратные метры в случае, если требуется ремонт и съемщик готов его сделать за свой счет. Налоговая напоминает о своевременной подаче декларации о доходах за минувший год. Сроки истекают 31 марта. Документы нужно подать тем, кто получил деньги из-за границы. Дорогие подарки на сумму свыше 7,5 тысяч рублей. Продал в течение года грузовую или вторую легковую машину. Отчитаться можно в любой инспекции страны, в том числе дистанционно через личный кабинет плательщика. Во всех вузах Беларуси с 1 сентября появятся 3 новых гуманитарных предмета. Это история белорусской государственности, современная политэкономия и философия. Дисциплины станут обязательными к изучению вне зависимости от профиля обучения. В Белаве с 27 марта начнет действовать весенне-летнее расписание полетов. По отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов. В национальном аэропорту Минск также обновились данные по отмененным авиарейсам. В стране открылся весенний сезон охоты на боровую птицу. Речь о вальдшнепе, тетереве и глухаре. Использовать можно только гладкоствольное оружие с патронами, снаряженными дробью. С собой разрешается брать собак, терьеров, такс, спаниелей, ретриверов и так называемые водные породы. Весенний день год кормит. Белорусские аграрии готовятся к посевной. В СПК-гигант уже несколько дней кипят весенние полевые работы. Начали здесь подкормки азотными удобрениями озимого рапса. Животноводческие объекты освобождают от органики. В ожидании на мехдворе тракторы-разбрасыватели бороны. Их привели в порядок еще зимой. Парк внушительный – 57 единиц техники. Будем проводить такие виды работ, как внесение органики вот на самом поле. Значит, будем цеплять навозоразбрасыватели и вносить. Вносить будем под кукурузу. Значит, ну, следующая операция – дискование, вспашка, значит, и посев. Значит, как только будет возможность влезть в поле, будем начинать закрытие влаги. Посевная должна пройти за 12 дней, значит, я думаю, что уложимся. Более 5000 гектаров. Площади пашни внушительные. Передовики-тысячники побеждают в областных и республиканских соревнованиях. А сам гигант – одно из лучших хозяйств в стране. Аграриев здесь мотивируют не только рублем, но и хорошими условиями труда. Доставка на работу из других деревень. И, что немаловажно, горячее питание 2 раза в день. Без тормозов. Дорожная милиция продолжает следить за соблюдением скоростного режима. Особое внимание потенциально опасным участкам. В 2021 в Беларуси из-за лихачества произошло свыше 340 аварий. К чему приводит сумасшедшая езда, знает Татьяна Горбач. Хоть в городе, казалось бы, особо не разгонишься, отчаянные автомобилисты все же находят места для уличных гонок. Здесь справедливый инспектор и точный радар весьма кстати. На проспекте Строителей наряд ДПС останавливает серебристый Ford Focus. Превысили установленную скорость движения в населенном пункте 60 км в час на 26 км в час, то есть двигались со скоростью 86 км в час. Штраф 32 рубля. Это если нарушение первое. За превышение на 40 км кошелек похудеет до 320. За повторное и вовсе до 480. Законы физики никто не отменял. При увеличении скорости тяжесть последствий дорожных происшествий возрастает в геометрической прогрессии. При столкновении на 50 км в час риск смертельного исхода для пешехода 40%. При 65 уже 84%. А куда вы так спешите? Я спешил? Никуда не спешил. Решил первый поехать просто. А это ваше первое нарушение? За год, да. В этот раз никто не пострадал. Но все могло быть по-другому. Например, как в начале марта в Могилеве. Водитель Джелини снизил скорость перед пешеходным переходом. Проехал на желтый и сбил двух мальчиков. К счастью, дети серьезных травм не получили. С 18 по 22 марта на территории города Бобруйска проводится целевой комплекс мероприятий «Скорость». За 2,5 месяца текущего года на территории города Бобруйска было привлечено 70 водителей к административной ответственности за нарушение скоростного режима движения. В
прошлом году за превышение скорости к административной ответственности в Бобруйске привлекли 220 водителей. Кто-то торопится и куда-то опаздывает, а кто-то просто предпочитает быструю езду. Но только не стоит забывать, народная мудрость «тише едешь, дальше будешь» по-прежнему актуальна. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Всегда на коне. Бобруйскому отделению спортивной гимнастики оказали спонсорскую помощь. Деньги выделила автошкола «Престиж». Их потратят на укрепление материально-технической базы, в том числе на закупку инвентаря и ремонт оборудования. То, что нам необходимо для того, чтобы наши детки занимались бы полноценно тренировками. Мы очень благодарим нашего спонсора за такую поддержку нашим деткам. В отделении спортивной гимнастики занимается почти 300 ребят от 5 до 20 по двум направлениям. 16 первоклассных тренеров обучают юных спортсменов прыгать, держаться на кольцах, брусьях и перекладинах. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!